Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас БЦГ-обогреватель совместно с освещением комнаты. Вот сейчас свет верхний, сейчас выключим. Как видите, обогревает и освещает комнату. Если убрать купол, свет будет ярче. А когда, чтобы глаза не било, закрываем купол. Что получаем? Значит, у нас снизу отражатель, видите, здесь, значит, специальная дверца для забора воздуха, то есть холодный воздух поступает сюда, внутри патрон фарфоровый, а в нем вкручена, как вы видели, лампа 500 ватт. Это система бесплатного отопления и освещения для граждан СССР и всего мира. Но прежде всего для граждан СССР. Работает она, ребята, на лампе 500 ватт. Нагрев отсюда выходит 200 градусов Цельсия. Время прогрева 10-15 минут. И потом она заработает постоянно. Отрегулировано на шиме. На шиме мы поставили 50 ватт. А лампа выдает 200 с лишним ватт. Мы сейчас посмотрим на приборе. Вот сейчас вы видите. 50. Так, подсвет включил. 54,6. Это пропускает шим. А в ответ, ребята, 220. То есть КПД почти 500%. Косинус фи 0,24. То есть расхода нет. Почему? Потому что ток, ребята, который производит лампа, нагрев, то есть она производит тепловое вещество, нагревает колба, нагревается вот здесь поле, и здесь вот тоже поле образуется. А это поле уже обогревает всю комнату. Это тепловое вещество гораздо более, чем подает шим. На шиме вот ручка, видите, она стоит меньше, на 1/4 подкрутил. 50 ватт. А это выдает 220, как вы видели. Значит, 50 ватт поступает, мы берем только фазу 0, а ток наш, этот ток мы сюда, ребят, не пускаем. Он возвращается назад, вот по этому проводу, по сети назад в электросети, где и фиксируется как обратный реактивный ток. То есть это вечное бесплатное отопление освещения для граждан Советского Союза и всего мира прогрессивного. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого замечательного изделия. Итак, уважаемые братья и сестры, итак, схема изделия. Отражатель внутри патрон, лампа 500 ватт, нагрев 200 градусов, время нагрева 10-15 минут. Шим, ребята, отрегулирован на 50 ватт, а лампа выдает 220 ватт. Косинус фи 0,22, КПД 500. Что ж получается? Фазу и ноль мы подали, лампа выработала 200 с лишним ватт, а здесь только 50. Этот ток, ребята, сюда не проходит. То есть не расходуется. Расходуется только фаза 0. Возвращается назад. То есть 50 ватт не может продавить 220. А назад, ребята, по конструкции шима, назад эта система не проходит тоже.
получается бесплатное отопление и освещение. Это можно применять для комнаты 50 и более кубов в зимнее время. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального вам железного, богатырского здоровья.